Братья и сестры, приветствую вас, поздравляю с Новым годом. Сегодня тема нашего служения – духовное обновление, и тема первой проповеди – это молитва о благословении нашей церкви на предстоящий год. Прочитаем текст, который был предложен братьями, это Псалом 66, с 1 по 3 стих. «Начальнику хора, на струнных орудиях псалом, песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас». Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. В христианском лексиконе мы часто используем слово «благословение». Наверное, сегодня вы уже несколько раз слышали это слово. Вы, наверное, начинали этот день со слова «благослови Господи». Когда мы встречаем друг друга и желаем чего-то, мы используем слово «благослови». Мы желали благословения, когда поздравляли с Новым годом, когда сегодня встретили ночью. Мы часто используем слово «благословение» в разном смысле. В молитве, в разговоре. В мирском обществе я даже не помню случая, когда я встречал слово «благословение». Может быть, вы вспомните у себя. Чаще всего можно услышать слово «удача», «успех», «везение», «счастливый случай». Мы, христиане, используя это слово, вкладываем разный смысл в слово «благословение». Я посмотрел в словарь русского языка, и не один, что означает это слово. В некоторых словарях этого слова даже нет. Некоторые словари очень бедно, очень скудно дают объяснение. Буквально одно или два слова каких-то похожих. Тогда я посмотрел библейский словарь. Что же библейский словарь говорит о слове «благословение»? Благословение – это прославление, превознесение Господа словами. Одно значение. Второе значение – это призывание помощи и милости Божией на людей или предметы. Мы часто просим благословения, когда освящается дом, на пищу, еще на какие-то предметы, которые просим Господа благословения. Также помощь материальная или духовная. Это слово настолько имеет широкое употребление в Библии, что можно много говорить и исследовать. Очень часто используется слово «благословение» и в разных контекстах, в разных ситуациях. Но мы сегодня просим Бога благословить нас в следующем году. Так какого мы благословения просим и какого благословения будем ждать? Как часто христиане говорят о Божьем благословении так, что это вызывает сомнения. Для меня эта тема очень интересна. Я очень часто раньше говорил о теме благословения, потому что, общаясь с человеком, когда он использует это слово, можно зацепиться за разговор и сказать, а это было благословение или нет. Ну, такой пример вам приведу. У меня есть родственники в Украине, друзья есть в разных странах. И общаясь, и вы, наверное, скорее всего, часто слышали такое выражение: «Бог благословил меня работой». Может быть, вы даже говорили такое. «Бог благословил меня работой». И когда спрашиваешь человека, а в чем состоит благословение этой работы, человек приводит тебе такие факты, что ну, зарплата лучше, плюс, где-то какой-то график удобный. Но человек не замечает того, что на этой работе у него больше греховных искушений. Эта работа часто Эта работа часто ставит нас перед выбором идти на компромисс с совестью, чтобы не исполнять государственный закон, особенно в Украине. Эта работа может забирать время от семьи, эта работа может забирать время от церкви. И тогда сразу спрашиваешь человека, это благословение или нет? Правильно ли мы называем это благословением? Этого ли хочет Бог в твоей жизни? Или, например, мы покупаем автомобиль, радуемся и говорим, Господь нас благословил. Но проходит какой-то период времени короткий, мы уже его продаем, нашли много недочетов, много оказывается там плохого, поломанного, мы уже продаем. Так было ли это благословение или нет? Правильно мы говорим о слове благословение или нет? Является ли отсутствием благословением, если мы попросили у Господа благословение на наш путь, но произошла авария, может быть, даже со смертельным исходом. Так что, Бог не благословил?
когда приходили братья и совершали благословение, молитву над домом, который мы купили или построили, но произошел пожар и дом сгорел. Так что не было благословения. Эти вопросы всегда будут у христиан, потому что это вопросы повседневной нашей жизни, и слово «благословение» всегда у нас на языке, всегда в наших мыслях, и мы всегда этого просим. Многие века и до ныне люди оценивают благословение как некий дар людям для хорошей жизни. Почему так? Почему люди так думают? Есть ли этому основание в Писании? Да, есть. Давайте мы откроем книгу Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Смотрите, слова Бога к израильскому народу. Он ставит их перед выбором и дает только два выбора. Благословение и проклятие. Жизнь или смерть. Выбирай. Третьего нет. Бог вознаграждал за соблюдение закона, и Бог наказывал за нарушение закона. В чем же состояли благословения? И в чем состояло наказание Господне? Книга Второзакония, 28 глава, мы прочитаем с 1 по 15 стих. Вся эта глава, она очень длинная, 28, она говорит о благословении Господнем и о проклятии. С 1 стиха будем читать. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле, благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои, благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа, Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии, и постигнут тебя. Если посмотреть на эту главу, мы дальше не будем читать, вы можете ее прочитать дома, она очень длинная, то 10 стихов описывают благословение. А дальше 52 стиха описывают проклятие. Бог показал израильскому народу, что будет, если они будут исполнять заповеди, и что будет, если они отступят от заповедей Господней.
Господь сказал им и показал свои благословения, как они будут проявляться на деле. Люди Ветхого Завета, израильский народ, жил по закону, поэтому благословение было обещано им за соблюдение закона, а соответственно за праведную жизнь. На этом строились отношения между Богом и человеком. И благословения выглядели материально. Мы прочитали, это все то, что происходит материально с человеком. Это благословение в семье, благословение на полях, урожай, это изобилие, это благоденствие. И все эти благословения выглядели материально. Поэтому многие века люди жили так, они привыкли получать от Бога благо, если они служат Ему. И многие люди даже сегодня, до сих пор, понимают, что так должно быть. Этот принцип очень сильно взяли те, вероучение, те люди, которые проповедуют Евангелие благополучия. Может быть, вы такое слушали. Сегодня в наше время есть церкви, которые проповедуют о том, что христиане должны жить хорошо, христиане должны жить богато, что христиане призваны занимать лучшие места, лучшие позиции. Они так учат свою церковь. Многие люди разочаровываются, потому что это не происходит в их жизни. Только какой-то круг людей, какая-то часть, которая занимают руководящие места, обогащаются, многие люди становятся обманутыми. Почему? Неправильно учат Слову Божьему. В чем же состоит благословение верующих Нового Завета? Неужели оно оторвано от Ветхого Завета? Никак. Писание целостное смотреть нужно в общую картину всей Библии. Давайте посмотрим книгу «Деяния апостолов». Здесь проповедь Петра, 3 глава, 25 стих. «Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Галатам, 3 глава, 9 стих. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. 14 стих. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Мы прочитали слова апостола Петра и слова апостола Павла, которые возвращают нас на 4000 лет назад от нашего времени. Они показывают нам начало жизни благословенного народа, они возвращают нас к Аврааму. Это Ветхий Завет. Это завет Бога с Авраамом. Это начало истории израильского народа. И там уже Аврааму было дано обещание благословения. Благословение Авраама и благословение всех нас. Написано: «В Аврааме благословятся все народы». Авраам жил верою еще до закона. Он праведник по вере. Он жил ожиданием вечного города. Вчера уже братья цитировали этот текст. Я еще напомню, Евреям 11:9 написано: «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам жил обещаниями вечного города. Он был странник, он не получил на земле того, что получил даже израильский народ, потому что он жил верою, у него были отношения с Богом. И в нем Бог сказал: «Я благословлю все народы», не только израильский народ, все народы, язычников, нас. В чем же состоит это благословение, братья и сестры? Самое большое благословение, обещанное Богом, исполнилось. Мы прочитали с вами, что в семени Авраама миру был дан Спаситель мира Христос. Все человечество получило благословение в лице Иисуса Христа, Спасителя мира. Те, кто приняли Иисуса Христа, являются обладателями этого благословения. Те, кто не принял, находятся под проклятием греха.
благословение не распространяется на них. Но в Аврааме, через Иисуса Христа, мы получили самое большое благословение. Какие благословения мы имеем в Иисусе Христе? Ну, первое, это сам Иисус Христос. Это искупление, это прощение грехов, это святость, это усыновление, это примирение с Богом, это вечная жизнь. И очень длинный список можно сейчас продолжить. Это всего, что имеют верующие люди в Иисусе Христе. И Бог называет это благословением. Это благословение в Иисусе Христе, данное всем людям, принявшего Христа как Спасителя. Оно одинаково. Деяния, мы прочитали в 3 главе, 26 стих, написано: «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Благословение Иисуса Христа приносит с собой также отвращение от злых дел. Это перемена мышления от греховного к праведного. Когда мы просим у Господа помощи для победы над грехом, для силы в преодолении искушений и борьбы против греховной природы, то в этом есть Господне благословение. В Галатам мы прочитали 3 глава, 14 стих. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Благословение Христа в том, что мы имеем Духа Святого. Дух Святой и ходатай, и наставник, и утешитель, и залог нашего спасения. Замечая работу Духа Святого в нашей жизни, мы получаем благословение Божье. Каждый христианин, имеющий Святого Духа в себе, имеет огромное благословение Господне. Ефесянам 1 глава 3 стих апостол Павел пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Павел пишет Ефесянам, что во Христе мы имеем все. На небесах в Иисусе Христе мы являемся обладателями всего, что имеет Христос. Братья и сестры, подумайте, какое благословение! То, что имеет Иисус Христос, мы имеем в Нем все, абсолютно, в небесах. Ветхий Завет – это материальное благословение, которое были даны израильскому народу. Новый Завет – это духовное благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Чем больше мы узнаем Христа, тем больше мы будем знать, какие благословения в Нем мы имеем. Как это практически, как это помогает нам в жизни? Когда мы читаем Евангелие, мы видим жизнь Иисуса Христа, мы видим примеры Его жизни, мы видим Его учения, Его слова, которые учат нас, как жить. Евангелие от Луки, 12 глава, 29 стих. «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Христос говорит, что Он обо всем материальном позаботится. А нам нужно заботиться о душе, искать Царствие Божие. На небесах в Иисусе мы имеем все, и, конечно же, Бог не лишает нас своего водительства и материальных благ. Но благословение состоит в познании Бога. В том, как мы учимся зависеть от Него, как мы принимаем и доброе, и худое. Имеем ли мы счастье во Христе, независимо от обстоятельств? Чем больше мы изучаем Иисуса Христа, тем больше мы замечаем, какие благословения в Нем мы имеем. Вспомните Иова и его слова. Во 2 главе, 10 стих, он произнес такие слова: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Если перенестись в нашу жизнь, прошел год, был коронавирус, это было благословением или нет для христиан? Болезнь, смерть,
лишение работы. У кого-то в странах были наводнения, ураганы, природные катаклизмы, материальные убытки. Хорошо, если человека это не коснулось лично, а если человек это пережил, это было благословение или нет? Иов сказал: «Неужели доброе мы будем принимать, а злого не будем принимать?» В чем же состоит благословение, братья и сестры? Благословение состоит в Иисусе Христе. Мы радуемся этому году, что в нашей церкви мы провели богослужение, и крещение, и лагеря, и в нашей церкви не распространилась так сильно болезнь, и нет смертей, как, например, в Калифорнии. Но значит ли это, что мы были благословены, а они нет? Абсолютно не значит. Благословение одинаково. Благословение мы имеем в Иисусе Христе. Наша церковь, каждый из нас благословен так же, как благословены братья и сестры в Калифорнии. И братья и сестры в Калифорнии так же само благословены, как братья и сестры в Судане или в других странах, где гонение, где сегодня голод, где люди умирают, где нету никакого материального благополучия. Могут ли они сказать, глядя на людей, живущих в Америке, что их Бог благословляет, а нас нет? Не могут они, потому что в Иисусе Христе благословение. Благословения наши, они духовные, и они одинаковы. Тот, кто в этом году кого-то женил, в семье был брак, была радость, было торжество. И в семье, у кого была смерть, кто похоронил близких, кто-то умер, может быть, от пандемии. Можно сказать, что у этого человека в году было благословение, а у другого нет? Нельзя. Потому что благословение, оно в Иисусе Христе, и для одних, и для других одинаково. Такой пример для вас, братья и сестры. Кто помнит, еще живя в Советском Союзе, в тех странах, много было ветеранов. Сейчас их уже меньше. И был праздник День Победы. Нас со школы всегда водили на эти праздники, чтобы пройтись там по улицам, создать массовку. И вот шли ветераны, у всех висели медали. Кто-то сегодня коллекционирует эти медали. Она просто висит у него, он просто может знать, это медаль моего деда, медаль там за отвагу или еще что-то. Но представьте, два человека, которые получили медаль, и вот они понимают, что медаль это не просто то, что ты можешь подцепить и носить, но оба понимают, что медаль это еще надбавка к пенсии. За каждой медалью что-то стоит. Они получили медаль, и они понимают, что когда они будут на пенсии, они будут получать немножечко больше, чем другие люди, потому что у них есть медаль. И один человек повесил эту медаль и ждет этого времени пенсии. А другой человек начал изучать, а что еще к этой медали идет, кроме надбавки к пенсии. И оказывается, что он может получать льготы на коммунальные услуги, меньше платить за газ, за свет. Он может бесплатно пользоваться общественным транспортом. Он имеет право один раз в месяц поехать в санаторий отдыхать. И много-многое другое. Они оба получили медали. И в конце на пенсии они оба будут получать надбавку. Но только один ждет этого времени, положил медаль. И ждет, когда придет пенсия, он будет получить. А другой начал изучать и искать, что же еще я могу иметь от этой медали. Братья и сестры. В Иисусе Христе каждый спасенный имеет жизнь вечную. Каждый спасенный имеет наследие в небесах. Но еще каждый спасенный, чем больше познает Иисуса Христа, тем больше видит духовное благословение, которое помогает жить на земле. На прошлой неделе мы разговаривали с братом Тимом Стефановичем в коридоре. И он сказал такое свидетельство, говорит, год был сложным, но очень благословенным. И сын, и дочь обратились к Иисусу Христу. Это благословение. Это два человека, которые приняли Иисуса Христа и приняли благословение. В нашей семье сын принял крещение. Это благословение духовное. Это то, что нельзя сравнить ни с чем, ни с какими материальными благами. Когда мы просим благословения на предстоящий год,
Давайте просить, чтобы глубже понимать Господа, больше узнать о Христе, чтобы нам исполнять Его волю, и Он действовал через нас. Чем больше мы будем познавать Иисуса Христа, тем больше мы будем видеть благословений в нашей жизни Господних. Пусть Господь нас благословит. Аминь.